Сегодня 10 августа 2023 года. Это маточные деревья, груши под названием Silk King, ранний летний сорт. Поскольку тут мы делаем сильную обрезку для получения черенкового материала, второе дерево, то плодов завязывается мало там по краям где-нибудь. И на это время плоды еще не созрели. Это третье дерево. Здесь, правда, есть один плод. Вот такой огромный плод. Это типичный Silk King. Легкий румянец. Желто-зеленая кожица. Такой плоды конусовидной формы. Такие черенки светлой окраски, довольно устойчивый сорт, так паршой не наблюдали, чтобы поражался. Скороплодность средняя этого сорта, зимостойкость высокая, устойчивость к болезням довольно высокая. Где-то туда вверх идут черенки. Черенки такие мощные. Ну, лист довольно чистый. Обработок здесь минимальное количество. По голому дереву 30-й препарат и косайт. И дальше по плану обработок. До цветения, после цветения и в процессе появления вредителей и болезней идут обработки. Сорт груши под названием Silk King. Раннелетний промышленный сорт используется в плодоводстве для получения товарных раннеспелых плодов. Регион наш находится в юг Черкасской области, на границе с Кировоградской областью. Здесь такие климатические условия, подходящие для выращивания этого сорта. Silk King.